Однажды, когда мы сдавали экзамены, я плохо подготовился и выучил всего несколько билетов. Я сильно переживал. Но когда пришла моя очередь отвечать, я вытянул именно тот билет, который хорошо знал. После экзамена мой русский друг сказал мне: «Повезло, ведь ты висел прямо на волоске». Я удивился: «При чем здесь волосы? Чьи они? И разве можно на них висеть?» Висеть на волоске, рисковать, находиться в очень опасной ситуации. Висеть на волоске – это фразеологизм, который мы используем, когда находимся в очень опасной ситуации, когда наше дело или мы очень близки к неудаче. Что такое волосок? Волосок – это очень маленький волос. Посмотрите, какой он тонкий, ненадежный, он может легко сломаться. Например, если студент плохо подготовился к экзамену, мы говорим, что он висит на волоске. Он может получить плохую оценку, потерять стипендию. Это опасная ситуация. Он выучил только один билет из 30. Этот один билет, как один волосок. Конечно, он может его спасти, если ему повезет. Но если он получит другой билет, то он потерпит неудачу. История этого фразеологизма связана с древнегреческой легендой. Я расскажу вам ее. Один друг и помощник царя, которого звали Дамокл, хотел сам стать царем. Царь Дионисий знал об этом и во время праздничного ужина предложил Дамоклу сесть на его место, занять его место на один вечер. Дамокл был очень рад, он с удовольствием согласился, но вскоре увидел, что прямо над его головой висит большой меч, причем этот меч висит на тонком волосе, то есть может упасть ему на голову в любую минуту. Тогда Дамокл понял, что быть царем – это значит не только богато и весело жить. Жизнь царя часто находится в опасности, у него много врагов. То есть жизнь царя висит на волоске. А в моем родном языке эта фраза звучит «Алайбо самоуру фланче».